Ну и, кстати, спортинструкторы в Тюмени работают не только с детьми, но и со взрослым населением. Например, в сквере школьной на Парфенова занимаются йогой под музыку. Перед началом тренировки, которая длится 45 минут, измерение температуры. Набор в группы еще открыт. 4. Нас можно найти в районе КПД. Это сквер школьный. Занятия будут проходить среда-пятница в 8 утра. Занятия абсолютно бесплатные. Всех жду. Всех, кто засиделся дома на самоизоляции, кому не хватает подвижного образа жизни, кому не хватает общения, всех приглашаем на занятия. Меняем положение. Всего при центре «Авангард» работает 6 спортинструкторов. Кроме йоги ведутся занятия по суставной гимнастике и скандинавской ходьбе. Расписание работы всех спортинструкторов города, а это более 160 площадок, можно найти в группе ВКонтакте «Спорт Тюмени для всех».